Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Castle Duel. Третий день, забираем с тобой... О, лучника. Так, у нас тут что? Задания какие-то выполнены, да? Ага, премиум пак нужен. Нет у меня премиум пака, и, пожалуй, я начну, наверное, сразу же поединки. Погнали. Сейчас мы глянем. Ищем противника. Мы уже нашли. Я тебе скажу, что он практически как и у меня колода. А что будет, если я возьму вот так вот, сзади поставлю лучника, а вот сюда поставим мага? Отлично. Я, может, так сказать, угадал, да? Да, я угадал. Но еще не факт, что мы выиграем. Успеем ли мы по скорости? Успели. Так, продамажил я. Ну что же, если у нас здесь орк, поставим сюда лучника. А вот сюда так вот сделаем. Посмотрим. Угу. Ну что же, я его поздравляю, он проиграл. Замечательно. Так, новые карты. Нам дают мага и дают паучка. Сюда я поставлю паучка, а сзади я поставлю мага. Так. А паучок, он все-таки туда влепил, да? Все, тут чистая победа, друзья. Без шансов. Магов поставил куда-то, вообще не туда он. Победа, конечно же, победа. И сундук победителя. Слушай, будем смотреть, да? Я думаю, что будем. Так, а вот и сундук, открыть сразу же. Ох ты. Одна эпическая карта выпала нам только что. Забираем здесь награду. И можно ли мне глянуть, где она? Так, этого улучшить. Улучшаем, улучшаем. Вот она. Древний защитник леса. В начале боя призывающий к себе на помощь... Ага, два ростка. Слушай, я возьму его, наверное. Вместо... А вместо кого? Вот в чем вопрос. Вместо кого мне его взять? Вот так вот? Ну, допустим, будет вот так. Пускай. Заберем здесь еще награду. Леший. И что же этот леший делает? Его уважают все звери. В начале боя увеличивает здоровье и скорость всем воинам в своем ряду. Ну, возможно, это круто, конечно, но я пока не вижу в этом какой-то, ребята, надобности. Мне как бы моя колода вполне устраивает сейчас, в данный момент. Возможно, в дальнейшем что-то придется поменять. И, скорее всего, однозначно придется. Но в данный момент я чувствую себя просто комфортно. Ну, что там, ищем противника? Что зависло-то? Противников уже не можем найти, все. Все сдулись. В режиме 2 на 2 можно указывать союзнику клетки на поле боя. Такс. Что-то как-то у меня не особо... Вызывает два ростка он, да? Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Ё-моё. Не совсем удачно или удачно? Удачно, ребят. Мы уже начинаем бомбить, а он еще только там пыхтит где-то непонятно где. Сейчас мы подумаем. Давай я поставлю, наверное, вот так вот. И вот так. Угу. Слушай, он быстрее начал наносить мне урон. Но я мощнее. Поэтому я быстрее его уничтожу. Так, третий раунд.
Еще один леший и еще один маг. Вот сюда поставим. Сейчас посмотрим. Так, у него огоньки. Что-то как-то, ребята... Не, норм. Мы все-таки успели его пробомбашить. Пробомбашить мы его успели. Так, у нас что тут нету? Вот, есть 300 монет бесплатных. Ну что, очередной поединок. Карт пока нету. Так, карты мы не получим, пока не получим сундуки. А сундуки нам даются за... За что нам даются сундуки? За выполненные определенные условия. Леший повышает здоровье всех союзников в своем ряду и ускоряет их. Это мы знаем. Нашли. Ох ты, ребята, у него... У него оборотень. У него, ребята, оборотень. Это плохо для меня. Да ну, с эпик картой, как ты будешь играть? Все, ребята, распластал. У меня нету эпической карты. Или как она называется? Она, может, не эпическая, конечно. Она как-то немножко по-другому называется. Проверим. Но он сносит, он вырубает сразу же. Он перепрыгивает, смотри, видишь? Почему там радость-то, я не могу понять. Дурачок местного разлива. Все, дорадовался. 1-1. Маум. Он еще там дразнился, оказывается, тот маум. Так, там маг. Против магов у нас вот такая будет тактика. Так, подожди, вот сюда, рядышком встань. Да ты достал, оборотень. Так, все равно мы быстрее. Готов, парень. А мне всего одну карту дали, зашибись? Да, ребята, зашибись. Ох ты, у него два оборотня. Нам везет, пока. Есть. Все, мы его расклепаем. Ну что же, не помог ему оборотень. Ай, засыха. Захотел оборотня, а ничегошеньки не получилось. Но вначале, конечно, он меня, ребят, немножко шуганул. Да, тут не поспоришь. Я уже подумал, что все. Пошли читы. Так, паучок у нас доступен на улучшение. Что это такое тут? А, забрать. Забрали карту. Так, дай-ка я паучка моего улучшу. 1000 стоит улучшение. Ух! Как дорого. Так, хочется получить уровень быстрее, новый. Ну что, я готов дальше воевать против этих супостатов. Паук замедляет ближайшего противника на 80%, прикинь? Это вот тот самый маленький паучок. Он делает замедление. Так, шаман лечит себя и самого пострадавшего союзника только на своей линии. Упс, айскрим. Ну, давай вот так, наверное, сделаю. Так, ну мы, наверное, тут быстрее все-таки, да? Да, мы быстрее его уничтожим. Замечательно. Так, лучника. Лучника я поставлю вот сюда. А тебе, наверное, вот сюда. Проверочка.
Ах ты гад, паучка. Зачем я сюда поставил этого чудика, объясни мне. Мы быстрее. Так, две карты новые. Давай так сделаем. И... наверное, вот... куда тебе на ускорение поставить, сюда? Ну, тут понятно. Все, ребят, тут уже победа за нами. Мы уже возле его замка, ты видишь. Запинали. Чистая победа. Так, ну что, забираем награду в 300 монет. Здесь у нас сыграли PvP-матч. Поехали еще в бой, сразу же. При гибели каждой из искорок происходит взрыв, наносящий урон всем противникам перед ней. Шаман постоянно ворчит, но ему не все равно. Оборотень прыгает к ближайшему противнику на своей или соседней линиях. А, он еще и на соседней может прыгнуть. Так, ну что, смотрим. А здесь вроде бы все норм, все тихо. Поставим вот так. Вот так и, наверное, вот так, ребят. Ага. Вот такой вот у него расклад. Блин, орк, это плохо. Могу, там ему сейчас будет крышка. Ой, беда, 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 огорчение. Я успел, я успел. Так, это что же получается-то? Давай так, наверное, сделаем. И вот так вот придется. А чё? Вариантов не так уж много, ребят. Упс. По-моему, у него, ребята, сильнее эти. Или мне кажется так? Еле-еле успел. Тютелька в тютельку, скажем так. Даже не знаю, как тут. Наверное, вот сюда паучка поставим. А вот сюда орка. Так, он еще и мага сюда влепил, а? А что он ржет, дурачок? Вот так вот мы. Эй-э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 й
Думал, просто так меня возьмет. Ага. Фигушки, ребят. Скелетики. Скелетики — это ерунда. 40 штучек. Выполните все ежедневные задания. Сыграйте матч в режиме 2 на 2. Ну что, сыграем в режиме матч 2 на 2. Посмотрим. Вожак знает, что самый способ быстрый победить противника — это просто бить. Надеюсь, мне дадут нормального союзничка, не какого-нибудь там тугодума. О, АЕК, нифига у него там. Я попробую, ребята, сделать вот так. Я готов. Ход союзника. А чё ты так далеко, ты их поставил? Угу. Вот то, что там Макс стоит, это, конечно, беда. Но мы тут... Мы, ребят, проиграли... А, во-во-во-во, пошло-пошло. Мак просто успел добежать, поэтому пошел усиленный. Так, он паучка ставит сюда-сюда. А я сделаю, наверное, вот так. Там оборотень, да? Оборотень. Смотрим.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хотя в ловушку он должен попасть. Что тут, не могу понять, кто кого? Ай, ух. Быстрее он пробил. Да фигню он своего этого хламуна тут выставил, блин, бесит аж. Блин. Как вот так делать? Вот так что ли? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Он оборотня поставил сюда, значит, паучка сюда. Зачем ты их так далеко выставляешься, блин? А что он ржет-то, я не могу понять. Он так уверен в своей победе, что ли, не могу понять. По-моему, он тут просирает по полной программе. Так-с, одна карта всего лишь. Давай вот так вот сделаем. Ох, йогов. Ребят, мы уже урон ему наносим. Но вот кто быстрее будет дамажить? Мы. Ну что же, я хочу поздравить нашего Оеку, который нам помог в этой битве. Заберем награду, сундук. Эх, заросли. Бумеранг. 38 монет. А ежедневки все выполнили? Все, ребят. Абсолютно все задачи сегодня выполнены. Да? Да. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.